На сцене Аяна Егембердиева. Если бы это была другая песня, но не Куин, не Фредди Меркьюри, вы еще не готовы к этой песне. Может, когда-нибудь ее споете так, как надо ее спеть. Ну, сегодня я вам говорю нет. И он все правильно сказал, я полностью была с ним согласна. Изначально я, когда пришла на этот конкурс, я знала, что я не прям стопроцентно готова к этому конкурсу. Аяна, я очень надеюсь на то, что ты в эти недели и месяцы после судейских прослушиваний Бишкека провела с пользой. Я сегодня желаю тебе удачи. И сейчас я стою под большим... у меня такой риск, что я могу и не пройти, потому что проще песню выбрать я не смогла, потому что моя душа сама не смогла. Я начинаю вот сейчас только свою творческую карьеру, и пока я не добьюсь своего, я не остановлюсь. Это было очень так громко прозвучало, но так хочет мое сердце, и пока оно хочет, я буду этим заниматься. Вы выбрали очень непростую песню. Как вы думаете, справились? Ну, это, наверное, нужно послушать жюри. Давайте послушаем. Ну, для стоматолога вы очень хорошо спели. Очень сложную песню выбрали, кстати. Ну, молодец. Очень красивый номер. Все так было красиво. И песня, конечно, очень красивая. Ну, мне очень понравилось. Спасибо большое. Вам спасибо большое. Увидимся позже.
Дорогие друзья, смотрите шоу Central Asia's Got Talent на нашем YouTube-канале. Конечно же, подписывайтесь, конечно, ставьте лайки, конечно, пишите комментарии. Ну и обязательно, я вас очень прошу, нажмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить все самое интересное из мира талантов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.